Приветствую всех на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. Вот так вот поздно пришла в таежную избу. Вышла из дома поздновато, раньше не могла. Дела были. И вот по темноте только дошла. Снимать дорогу не снимала практически, так немножко сняла. Потому что не хотела терять времени, да и очень-очень холодно. В городе, когда я выходила, минус 22 было. Думаю, что за городом здесь гораздо холоднее. Плюс у нас очень холодный ледяной ветер. И по ощущениям где-то минус 30 как будто бы. Ладно, буду распаковываться. Самое главное сейчас что? Затопить печь. Печь — это сердце избы. Самое главное, печку затопишь, и все, сразу тепло, хорошо, и можно делать какие-то дела, делишки. В самой избе почти ничего не изменилось. Вот она, печурка, надо быстрее ее затапливать. Ой, как холодно, холодно. В общем, я самое главное не сняла, как я печку растапливала. Я ее только-только затопила, недавно совсем. Вот налила немножко чаю согреться. Даже чаю остыл на таком холоде, в термосе. Еле-еле теплый. Меня всю трясет. Сейчас надо подождать, пока печка хоть маленько нагреет избу. Потому что, когда мне так холодно, я ничего вообще не могу делать. У меня руки не слушаются просто. Так, почему я не сняла-то ничего? Хотела тут нормально все снять. У меня телефон просто от мороза сразу же вырубился, и все. У меня даже пирожок со льдом. Поэтому жду, пока изба нагреется, потом уже что-то буду хотя бы делать, чтобы мне маленько хоть можно было подраздеться. Грею там калоши свои, носки, чтобы ноги в тепло переобуть, переодеть. Хотя что уже на ночь делать? Ну, дрова тут есть, причем их много. С хозяевами я списывалась, прежде чем сюда пойти. Вот, они сказали, что на зиму дров заготовили, все хорошо, можно брать. Это очень хорошо, потому что пришла я поздно. Дрова уже заготавливать ночью не камильфо. Кстати, в самой избе ничего не изменилось практически. А там я вам завтра уже сниму, потому что сейчас темно очень. Там летом ребята достроили пристройку к избе. Так вообще классно получилось. И я помогала им распиливать доски. У меня есть кусочек, где я пилю доски. Это как раз вот здесь у них я их пилю. И из тех досок, которые я напилила, они сделали нары. Вот летняя там, такая считается. Там летом можно теперь спать. Вот, так что я свой вклад тоже вложила. Матрас надувной. Я так потрогала, вот такой ледяной, потому что там же воздух, а мороз на улице, и там вот этот воздух холодный. Я думаю, он вряд ли прогреется, если прогреется, то еще не скоро. На матрасе я на таком надувном спать не буду. Я сейчас уберу его и постелю кучу всего сюда. Благо тут в домике все есть, мне еще нравится сюда, кстати, ходить еще, что. У них все есть, и хозяева мне разрешают все брать. Вот так прям сделаю. Опа.
О, лежанка такая супер. Так, что еще взять? О, круто. Взяла такой спальник, просим. Ну и подушку положим, что. Все, отлично. Хорошо, мягенько. Я думаю, тепло будет. Немного нагрелось в домике. Можно, я думаю, маленько подраздеться и переобуться. Но сначала я хочу немножко дров поколоть пойти. Кстати, повесила одеяло опять своим методом. Ну, тут у них теперь гвоздей побольше стало, вешалок всяких. Удобнее цеплять там за гвоздь, здесь за гвозди по краям. И вот так вот все, дверь закрыта полностью, тепло не будет выходить. Пойду что-нибудь кольну, испытаю новый топор. У меня очередной новый топор от подписчика. Фирму я не буду называть, сами узнаете, и рекламу не хочу делать. Вот, давно такой маленький хотела, чтобы... Пойдемте посмотрим, что получится. Это, наверное, слишком большой для такого топорика. Ну, попробуем. С сучками еще. С сучками это вообще плохо. Ого! Откололась, конечно. Но упала. Громадины. Они сейчас замерзшие все. Вон, видите, сучков сколько? Вот, вот, вот. Вот, вот. Короче, с такими сучками, не знаю. Вообще входит топор идеально. Но сучок просто сильно держит. Попробую сейчас еще. Вообще супер. Супер. Если б не сучок, давно бы уже откололось. Опа! Нормально. Хороший топор, реально хорошо колет. Так, попробуем еще. Тут вообще прям везде все в сучках, не знаю. Может, не получится отколоть. Ух ты, круто. Опа, вот и даже такую расколол. С сучками громадных. Но я ее забирать не буду, где-то ставлю. Я просто попробовать. Так, что бы еще попробовать. Азарт такое дело.
Вау! Круто! Класс! Я вообще довольна. Так, еще надо за водой сходить. Дрова я попробовала поколоть. Отлично, Коля, топор мне так понравился вообще. Возьму кружку и чайник. Много мне воды не нужно, наберу чайник воды. Мне хватит до завтра. Какой-то грохот там был. На всякий случай крикну, хотя Мишани уже спят. Если не спят, это очень плохо, это значит шатун. Да, родник-то тоже замерз. Хотя не должен в ноль. Посмотрим сейчас. Я что-то без барышки. Пошла без топора. Ну да, таежница фигова. Замерз. Даже топором, если подолбить, ничего хорошего. Вот там еще что-то просачивается немножко. Ага, слышу, журчит. Что за топором, что ли, идти? Можно снег, конечно, топить, но не знаю, мне хочется родниковой воды. Ладно, закроем назад. Вот там, если подолбить, попробую. Пойду за топором, скажу. Поставлю чайник, кружку. Ну-ка, кто-то сопротивлялся. Кого порубить на куски, а? Мишаня! Не, Мишаня уже спят. Сейчас лед наберем. И все. И дело в шляпе. Ой, видите, сколько она собирала льда. Чистейший лед, чистейший. О. Там чайник примерзает. Добыча воды в таежных условиях. Не выживание в тайге. Вон она, водичка бежит. А ее никак не набрать. Неудобно. Вот, набрала полный чайник. Мне, думаю, хватит столько.
мой чайник полный. Поставим на печку. Пусть потихоньку тает. Этой водой я буду умываться, зубы чистить. Ну и чай. О, в избе уже температура какая. Около 20 там, по-моему. Да, 20. Так, я уже немного обогрелась, переоделась, но внизу прям конкретный дубак. То есть вот в таких штанах, в них прям холодно внизу, очень. Поэтому я сейчас с ногами залезу, и мне будет хорошо. Так, и вот тапочки тоже надо куда-то здесь поставить рядом. Все, хочу показать вот такую табличку. Купила хозяевам этой избы. Они так хорошо ко мне относятся, что мне захотелось им сделать какой-то подарок. Не знаю, куда ее повесить. Завтра посмотрю, если я не найду, куда ее повесить, то я думаю, я просто ее оставлю, и они сами решат, куда им ее повесить. Тут написано: «Добро пожаловать в наш дом». Мне кажется, очень здоровско. Так, а что я вообще тут решила сегодня приготовить? И даже завтра утром буду готовить. Я обычно такое редко-редко что-то вытворяю в своем канале. Готовку какую-то. Это лаваш. Взяла один, думаю, мне куда больше одной-то. Лаваш. Творожный сыр взяла с грибами. Можно любой творожный сыр взять. И еще можно соус любой взять. То есть есть чесночный, грибной, там, знаете, такие соусы сырные. Если кто любит, вот они могут еще соус взять. Желательно рыбку. Желательно, конечно, красную. Я взяла просто икру трески, банально. Кстати, первый раз буду такое делать, потому что с икрой трески никогда не делала. Вместо рыбы это у меня. И у меня есть такой корейский салат, корейская морковка с капустой. Свежий огурец и свежий помидор. Можно еще свежий перец и лучше бы желательно зелень. Просто нож. Кто еще не в курсе про просто нож, я его не устану хвалить. И что хотите, мне пишите в комментариях. Я его уже 1000 раз проверила, он просто все выдерживает. Им можно и готовить, им можно и даже дрова рубить. В общем, что хочешь с ним можно делать. И ничего ему не становится. Он очень острый, у него очень хорошая сталь. Я оставлю ссылку в описании. Вы посмотрите характеристику, описание. То есть я сейчас не буду, чтобы длинным видео не было все описывать. У него рукоять сейчас, ну, по крайней мере, вот у этого ножа, из стабилизированной березы. И можно цвет любой выбрать. В подарок можно купить. Мне очень нравится просто нож. Просто нож так и называется. Сейчас овощи нарежем. Берем лаваш. Я уж не буду там красивые кадры снимать. Ближе, дальше. Берем творожный крем. Или творожную массу, пасту там. У кого что там будет. Серединки вот так вот. Кто побольше, кто поменьше, кто как любит. Я люблю побольше. Размазываем или просто приплющиваем толстый слой. Вкусненько, чтобы было. Так, ну еще чуть-чуть. Обычно сюда лучше, у кого есть возможность, класть рыбки, такие кусочки. Икру, вот это типа рыба бы была. Икру размазываем сверху. Уже потоньше слоем, потому что иначе будет сильно солено. Ни соли, ничего не надо. Кстати, кто майонез будет класть, учитывайте, что будет сильно соли много. Потому что творожный сыр соленый, икра тоже соленая. Солить это блюдо вообще не нужно. Помидор.
Не жалейте, кладите побольше, вкуснее будет. Главное, чтоб лавашек завернулся. Я даже весь помидор сюда сделаю. И лук. Лук можно зеленый, даже нужно. И зелень, очень будет вкусно. Листья салата, если есть, можете положить. И кладем корейскую морковку с капустой. Есть корейская морковка, просто корейская морковка, у меня с капустой. Вот, и кто любит соус, сверху соусом полить, и вообще будет обалденно. Я сейчас вместо соуса добавлю сметаны, что тоже можно. Кстати, сметана намного лучше майонеза тем, что она не соленая. И она вот это все разбавит. Так, все, много я не буду, потому что мне еще на завтрашнее блюдо нужно. У меня же завтра тоже супер блюдо будет вкусное. Видите, в одном походе сразу два блюда. То вообще не готовлю, то вот так вот у меня бывает. Заворачиваем лаваш. Короче, это типа шаурмы, только по беловоронье. Смешно, да? Так. Я думаю, что даже поджарить можно на печке. Ой, у меня что-то много аж не заворачивается лаваш. Боюсь, что порвется. Ну, вот такая шаурма у меня получилась. Объемся! Она же для меня огромная. Ну ничего, зато вкусненько поем. О, водичка закипела. Это хорошо. Быстро, довольно быстро. Хотя печка не сильно-то жарит. Я ее специально на минимуме, чтобы меньше дров тратить. Подогрела я на сковороде немного шаурму эту. И это теперь настоящая шаурма, только наполнение у нее другое. градуса. Это нормально, вообще температура не жарко, не холодно. Ну вот именно наверху, внизу очень холодно. Сейчас даже для интереса положу вниз градусник и посмотрим, какая там температура. Это божественно. Нет, это просто пища богов. Я вам реально говорю. Попробуйте, сделайте. Только лаваш возьмите потолще. У меня какой-то сильно тонкий. Расползся прям. Знаете, есть такие лаваши. Сырные там. С зеленью, вот там с добавками какие-то. Они такие потолще, поплотнее. Вот такие лучше, мне кажется, взять. Я какой-то совсем тонкий взяла. Ну, нисколько не портит вкус. Просто все разлазится.
Давненько такого не делала. Вообще в походах такое частенько делаю, но я раньше не снимала и не показывала. Я делаю типа роллы, ну это как шаурма получилось, а я еще иногда роллы из лаваша делаю. Они немножко отличаются, тоже очень вкусные. Как-нибудь я сниму. Все, мне нужно насладиться, поесть спокойно, без всякой видеосъемки. Ну вот, смотрите, внизу градусник лежит. Видите? -2. -2 внизу. Достаточно холодно. Не мороз, конечно, как на улице, но ноги очень мерзнут если внизу. Повесим его на место. Ну вот, так-то лучше. 22 градуса. Не жарище, конечно, но и не холод. Как обычно, в избах долгими зимними вечерами морозными, и не морозными, и не долгими, я люблю попеть. И сейчас будет песня, подумали вы, но нет. Петь я пыталась, у меня вот музыка даже на паузе стоит. Но какие-то у меня мысли постоянно в голове, без конца. Сегодня у меня какое-то настроение такое. Какое-то такое поэтическое. И я сочинила стихотворение. Зрители, которые давно на меня подписаны, а может и недавно, уже наверняка поняли, что я иногда пишу стихи. Делиться ими стала совсем-совсем недавно и очень в маленьком количестве. Я вообще не люблю своими стихами делиться. У меня их много, но я в основном не делюсь. Но сегодня мне в избе пришел такой стих, и я его хочу прочитать. Сижу, как будто умирая, и взгляд застыл на пламени в печи. Я понимаю, что еще живая, но мертвая душа во мне молчит. Ну сколько можно жить на этом свете, и сколько нужно сжечь еще мостов, и сколько нужно плакать на рассвете от солнца вставших и белых облаков. Я радоваться жизни не умею, но в то же время рада я за всех, кто прожил жизнь нисколько не взрослее, но в то же время став взрослее всех. Ну кто я, радость или горе? Ну что я плачу без причин? И даже если я всего лишь горе, то может быть и радость, не молчи. Сижу в избе и будто умирая, пишу последний в жизни свой стих. Я вроде бы еще совсем живая, но почему-то дух давно поник. Вы пойте дальше и пляшите, люди, на тех костях, что непригодны вам. И справедливый Бог, конечно же, рассудит, и вашу честь устроит карнавал. Сижу в избе, как будто умирая, и взгляд застыл на пламени свечи. Прошу, Господь, не нужно больше рая. В таком раю хоть бейся, хоть кричи. Ведь ты не слышишь, Господи, и все же к тебе спешат, роняя кирпичи. То на ногу, то на голову тоже роняют, будто без причин. Ведь жизнь одна, и нужно помолиться. А вдруг умрем сегодня или сейчас? Я понимаю, что незачем водиться,
С тобою, Господи, в такой предсмертный час. Но ничего поделать не могу я. И чиркаю давно засевший стих. Быть может, скоро я умру я, но выиграю битву из двоих. Вот такое стихотворение пришло в мою голову в избушечке, далеко-далеко от людей. Не судите строго, люди. Надела двое носков. Одни из них из верблюжьей шерсти. Надеюсь, до утра я не замерзну, потому что изба так и не прогревается до самого прям тепла такого. А так и показывает 18 градусов. Даже 17, по-моему. Да, 17. Вот, на уровне на моем 17 градусов. Одно дело в квартире, когда 17, и то это холодно. Другое дело в избе, в тайге. То есть я сейчас лягу, усну, печка догорит, и будет прям дубак. Поэтому я тут и носков поназдевала, и термобелье надела. И в спальник, и тут у меня еще пледик я с собой взяла, такой тоненький, дополнительно желтенький. И еще и одеяло местное. Ну, я надеюсь, я не замерзну. Не должна. Все, уже спать охота, уже 2:30 ночи, как обычно я. Только в этот раз не пела, а стихи сочиняла. Ой, как хорошо. Мне кажется, я ни в одной избе так круто не спала. Вообще прям супер. Укуталась, как королева. Почему как, да? Ну все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Это просто капец как холодно. Время около 9:30. Я, как обычно, проснулась рано и вылеживаюсь все. Вылазить из тепла вообще неохота. И поленилась печку вылезти, затопить. А сейчас уже... Плюс 2 или плюс 1. Я вам скажу, нужно огромное мужество иметь, чтобы вылезти и затопить печь в такой дубак. За ночь я вообще не замерзла, вот под утро уже начала маленько подмерзать. Естественно, что чем дольше я лежу, тем больше выхолаживается изба. Я это понимаю, думаю, нужно встать, печь затопить, и не могу себя заставить вылезти. Холодно очень. Все, нужно вставать, найти мужество, откуда-то где-то его взять. Вылезти из этого всего теплого и печечку затопить. А потом, наверное, еще полежать, погреться, пока нагреется хоть немного изба. Ночью я у себя нашла в спальнике кофточку. Чем быстрее затоплю печь, тем быстрее станет тепло. Вот так нещадно лупим просто нож. Я вам точно скажу, что ему вообще ничего не будет. Проверено уже 1000 раз.
не буду выпендриваться и супер-пупер показывать, как можно легко и быстро разжечь печь, а просто воспользуюсь таблеткой горючего. Лайфхак, чтобы таблетка не погасла в золе, когда ее туда кладешь. Вот так вот на палочку можно. Вообще таблетками обычно вообще никогда не пользуюсь. Просто очень холодно. Хочется побыстрее растопить. Пользуюсь только в самые критические ситуации, в самых критических ситуациях таблетками. Вот поэтому ношу их с собой. В мороз там, когда руки не слушаются, таблеточку быстренько раз и все. Доброе утро, Алина. Ой, блин, и так холодно. Итак, я решила сегодня приготовить очень вкусный завтрак. Сытный, вкусный и, наверное, полезный. Для этого нужно яйца. Там пару штук я взяла. Яйца я вообще практически не употребляю в пищу, очень-очень редко куда-то могу добавить в еду, прям крайне редко. Помидоры свежие, лук, перец. И можно сюда еще добавлять лечо, если кто-то делает. Вот, под конец уже готовки можно лечо еще добавить. В первую очередь обжариваем помидоры, перец. У кого есть лечо, лечо добавляем. Я, кстати, как-то и корейскую морковку добавляла. Я бы сейчас добавила, но она у меня закончилась. Вот, потом туда разбиваем яйца, все это перемешиваем. Приправку добавляем. И уже в конце, я лично уже в конце добавляю лук, потому что я люблю, когда он немножко не дожарится. Вот, а это уже каждому как нравится. Можете сразу к помидорам добавить, если любите, чтобы он прям прожарился. Вот, это блюдо не жарится, оно больше тушится. И можно еще немножко туда молока добавить, чтобы не было сухо и чтобы именно оно не поджаривалось, а тушилось. Когда помидоры с перцем немного подтушились, добавляем яйца и стараемся сразу же это все перемешать, чтобы они не успели схватиться. Thank you.
Вот сейчас пора уже лук добавить. Вот такое блюдо у меня получилось. Уже после того, как блюдо приготовилось, добавляю немножко горчицы и сметаны. Кто любит майонез, можно майонез. И все это перемешиваем делом. Даже не нужно говорить, что это супер вкусно. Это супер вкусно. Меня, кстати, спрашивали, ем ли я хлеб, почему я не беру. Да я беру иногда, но я очень мало хлеба ем, редко. Ну, вот сейчас бы я хлебушка взяла, но у меня с собой нет. И лавашек закончился, так что придется так есть. Выскочила маленько поколоть дров. Потому что это слишком большие для печки. Ох, как холодно-то. Сучок держит. О. Ох, холодно, руки мерзнут, все мерзнет, ноги замерзли, руки замерзли. Быстрее в избу. Температура в избе выше 11 градусов, никак не хочет подниматься. Достаточно холодно. Что-то вчерашнего льда мне не хватило. Хочется еще чаю. Ну и с собой нужно взять чайку в дорогу. Вот, хотела снять вам, как тут все вокруг стало. То есть, помните, да, кто смотрел ранние мои фильмы, тут просто была изба, и вот здесь был вход. А теперь они сделали пристройку такую огромную. Потом снаружи еще покажу.
И вот так вот теперь сейчас. И вот лежак, на который я сама доски пилила. Здесь вход. И здесь вход. Летом здесь вообще здорово. Все закрывается, и тут насекомых даже почти нет. Вот они, досочки мной распиленные. Такая лежанка получилась. Вот так тут интересно стало, и места столько много, и тут летом вообще здорово. Я приходила, я просто не снимала летом ни разу в этой избе. Да, я, конечно, довольна, что я научилась доски распиливать, мне так это понравилось. Ну, какая тебе пристройка здесь большая, уютно, просторно, холодно только. Так это выглядит снаружи. Такая избушечка маленькая. И такая огромная пристройка. Дымок идет. Хорошо, в избушке тепло. И вот так с этой стороны. Отсюда еще сниму. Тут вот тоже дровишки. Дымок из трубы идет. Вот такая большая пристройка. Больше, чем изба. Вот здесь вот костровище. Я не стала вчера костер делать. Я сильно замерзла. Мне вообще не до костра было. Вон дрова для костра. Вот чайничек закипел. Кстати, я кофе вообще не пью. Я пью цикорий. И вам советую. Очень полезный и вкусный. Вот такие вкусняшки у меня к чаю. Очень люблю вот эти батончики из миндаля. Вкусняшка. И иногда беру такие печеньки детские. И там на них где-то написано, что если внутри печенька попадется с изображением того же, кто и на картинке, то будет очень удачный день. У меня, видите, попалась обезьянка. И на обложке обезьянка. У меня будет удачнейший день сегодня. Вот так вот я все за собой убрала. Все аккуратно, чисто, как было. Коврики все вытряхнула, подмела. Печку закрыла, как и было все. Оставляю чистоту и порядок после себя. Всем спасибо, если вы досмотрели этот фильм до конца.
Подписывайтесь на мои каналы в Ютубе, в Дзене. Пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи на моем канале.